На БелАЭС выработали первый 1 000 000 000 кВт-час электроэнергии. Об этом сообщили в Минэнерго. В настоящее время на первом блоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации. Проводится тестирование систем и оборудования. С вводом 2 энергоблоков выработка электроэнергии составит около 18 миллиардов кВт-час в год. Белтехосмотр за минувший январь выдал 188 тысяч разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Это почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 90% документов получили физлица. Для удобства автовладельцев на диагностических станциях организована предварительная запись. Китай собирается построить в Беларуси еще 20 социальных домов. В целом планируется возвести 1166 квартир. Общая площадь застройки составит примерно 66 тысяч квадратных метров. Расходы по строительству будут финансироваться за счет технико-экономической помощи Китая. Министерство антимонопольного регулирования и торговли призывает аптеки и медцентры к социальной ответственности. В Беларуси подняли ставки НДС на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий. Из-за этого изменили ценники в аптеках. Ведомства будут следить за тем, чтобы участники рынка не завышали цены. Госавтоинспекция усилит контроль за перевозкой опасных грузов. В течение нескольких дней инспекторы технического надзора ГАИ будут проверять машины, перевозящие легко воспламеняющиеся и ядовитые вещества. Особое внимание дорожной милиции уделит транспорту, который перевозит нефтепродукты.